Справились с дистанциями и зашли на огневой рубеж. Лучшие биатлонисты края из разных районов – Ребрихинского, Бийского, Заринского и краевой столицы. Среди участников и Павел Волков. В спорте он больше 8 лет. Сейчас ему 19. Занимается биатлонист в Алтайском училище Олимпийского резерва. На соревнованиях он выиграл в спринте. В масс-старте получил серебро. Биатлон очень интересный вид спорта, очень трудный. Я уделяю всем внимание, всем мелочам. Я обращаю внимание на изготовку, там, подход к рубежу, отработку, по трассе. Биатлонисты выступали в разных возрастных категориях. Их было 5, от 16 лет и старше. Провели соревнования в память заслуженного тренера России Николая Князева. Среди участников гонок Алексей Кожевин. В спорте он 35 лет. Несколько из них занимался под руководством Князева. 2 года мы с ним занимались, он внимательный, отзывчивый, всегда помогал, подсказывал. Ну, под его руководством я поехал на чемпионат России по лыжникам. То есть до этого я как бы не попадал в сборную края, а под его началом уже стал попадать в сборную края, и результаты стали расти. Николай Князев родился в Бийском районе. С детства занимался лыжными гонками. Будучи тренером, воспитал несколько десятков мастеров спорта. В 2011 году он возглавлял юношескую сборную России. В ее составе тогда были ныне чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков. Мой отец с детства приучал меня к спорту. С юных лет поставил меня на лыжи. Биатлону он посвятил основную часть жизни. Сильно переживал за спортсменов. В целом переживал за развитие спорта в Алтайском крае и в целом в России. Почтить память наших тренеров Николая Николаевича. Это просто великий тренер наш был Алтайского края. Очень-очень нам его не хватает. Все его знают. Я под его руководством в свое время тренировалась. И, ну, конечно, как бы закончить сезон. Сезон получился хороший. Всего на краевых соревнованиях памяти Николая Князева из 60 участников определили 15 победителей и призеров. Этими мартовскими гонками биатлонисты закончили сезон. Кстати, в начале месяца сборная Алтайского края вернулась с победой зимней спартакиады молодежи России. Алина Пенигина, Сергей Седых. Новости.